Ольга Киевская, «Материнская любовь». 41-й, год потерь и страха, заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем и силушка, и стать. А за ним второй, пацан безусый, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн!» — твердил он важно. «Расстреляет!» «Нет!» — она просила. «Пожалейте! Отмените казнь моих детей! А взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицер чинно. «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее выбирает?» «Как смертельной этой круговерти есть беречь кого-нибудь суметь? Если первенца спасет от смерти, то последующий обречен на смерть». Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. «О, не пожалеешь и врагу, в мук таких!» Сынов перекрестила и призналась фрицу. «Не могу!» Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты!» Старший, виноват, улыбаясь, младшего груди своей прижал. «Брат, спасайся, ну а я останусь! Я пожил, а ты не начинал!» Отозвался младший. «Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать!» Тут учтиво немец молвил: «Битте!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой. «Расстреляет!» Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить, сыночком, не цвести. «Дура матка!» — поучает немец. «Одного могла бы хоть спасти!» А она, баюкая их тихо, вытирает с губ сыновьих кровь. Вот такой, убийственной великой, может быть у матери любовь.